Безопасность должна быть комфортной. Глава Анапы Сергей Сергеев поручил контролирующим службам усилить работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок, особенно обращая внимание на проблемы, о которых говорят анапчане. Поэтому к санитарному состоянию автобусов повышенное внимание. Жительница станицы Гастагаевской Тамара Бульбова постоянно пользуется 132-м маршрутом, который следует из города в станицу через дачи. Мы ездим 132-м. Между дачами и городом, Гастагаевское направление, у них всегда прекрасно, чистенько, аккуратно, такие обходительные эти водители. Начальник управления по транспорту и связи Юрий Кудрявцев лично проверяет маршрутки. В автобусе чисто, нет мусора, нарушений не выявили. Проверка санитарного состояния общественного транспорта продолжилась на остановочном пункте на пятачке напротив Южного рынка. По правилам пассажирских перевозок транспортное предприятие обязано выпускать на маршрут чистые автобусы. После каждого круга водители должны проводить влажную уборку в салоне, чтобы перевозить пассажиров в комфортных условиях. Еженедельно собираем руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, для освещения вопросов, накопившихся за неделю, и для принятия оперативных мер по решению данных проблем. Выход на маршрут автобусов тоже под контролем. Грязный транспорт к работе не допускают, водителям делают замечания. У большинства жителей Анапы к санитарному состоянию маршруток претензий нет. Так особо нет, конечно, не наблюдала, чтобы сказать. Вот очень грязно, что невозможно сесть в эту маршрутку, честно, нет, не было такого. Все очень чисто. Власти следят за нашим автотранспортом. Ну, это достойно, достойно уважения. В целом, это хороший результат, да. Меня устраивает все. Я не так часто езжу, ну, нормально. Сильно грязно не бывает. К выявленным водителям-нарушителям применяют меры административного воздействия. Специалисты отдела по транспорту и связи будут продолжать контрольные проверки санитарного состояния маршрутных автобусов.